Всем привет! После снятия видео я всегда отпускаю своих персонажей. Жуков, червячков, животных. Но эта бабочка не захотела улетать. Ее название называется «Желтушка обыкновенная» и «Желтушка луговая». Она меня полюбила. И вот почему она не улетала. Такие бабочки очень красивые. У этой бабочки 4 крыла. У каждой бабочки рацион такой. Сначала яйцо, потом гусеница, потом кокон, а потом сама бабочка.